Hello again, Kitty. Hello. Exercise 4. Look and write. Look and write. Use his got. Is got. Or she's got. She's got. And words from the box. And from the box. Good. Используй she's got. Это сокращенно. Повторяй апострофи. Апострофи. Это верхняя запятая, а у нас в русском ее нет, ребята. В английском языке они ее ставят, чтобы сокращать слова. А полностью будет he has got. Repeat. He has got. She's got. She's got. Видите, опять верхняя запятая, а полностью будет вариант she has got. She has got. И надо говорить, что есть у Джейми, и что есть у, по-моему, Эллисон, правильно? Да, это не Эллисон. Это не Эллисон? Да, это не Эллисон. Это ее подружка? Ну, это Анна. А, oh, yes, it's Angie. Thank you, Angie. Good. И, пожалуйста, читай примерчики нам. Хорошо. А, давай сначала почитаем в коробочке, вот здесь, в этой коробочке, слова. Хорошо. Short hair. Short hair. Long hair. Long hair. Grey trousers. Grey trousers. Какого цвета брюки? Grey. Grey – это, ну, grey. Ладно, грей – это серый. Good. Серый. Ну, по-моему, нет. По-моему, у него зеленые. У тебя, ты смотришь на экранчик, какого цвета брюки у него? Мне кажется, темно-зеленые и серые. Thank you. Dark blue. Dark blue. Yes, sorry. И дальше. A blue hat. Blue hat. Это легко. Это голубая шляпа. A lunchbox. A lunchbox. A yellow t-shirt. A yellow t-shirt. A blue t-shirt. A blue t-shirt. A bag. A bag. Ну, а то, что ты в дошколку носишь, a school bag. School bag, похож, да, на рюкзак, на рюкзачок. Они на пляж, что ли, идут? Получается, летом в футболочках. Окей, что-то возьмут с собой. Да, ну, и тем более они в шляпках. От солнца, как у нас на летнем лагере. Очень хорошие они шляпки у девочек, а у мальчиков кепки. Good. So, please... Я неправильно сделал. Не надел никакую шапочку. Ну, потому что он может солнечный удар получить. Ну, ребята, конечно. В начале лета солнце очень печет хорошо. Приходите к нам в кепочках. Вот я им сказал. Окей, so, example. Number one. He's got short hair. He's got short hair. А полностью he has got short hair. She has got short hair. Good. And number five. She's got long hair. She's got long hair. She has got long hair. She has got long hair. Okay. И дальше это мы вычеркнули первые строчки, первую колоночку. Видите, у меня такая дрожащая стрелочка. А вот я ее перемещаю на вторую колоночку. Please read. Green trousers. Grey trousers. Grey. So she's got or he's got? Grey trousers. Okay. Grey. Grey trousers. Good? Yeah. В какую колонку пишем? Для Джейми? Джейми? Да. Good. Пишем. Okay. Number two. He's got grey. He's got grey.
trousers. Good. She's got grey trousers. He's got grey trousers. Ready? Yes. Oh, there's no. And number six. Вы видите, потому что я перебираюсь, скорее всего, к Anna. Number six. And tell me about her. Well, right. We are waiting. Пишите все аккуратно. Okay, so Jamie's got grey trousers, and Anna. Вторая строчка для колоночки, где Anna. Good. So. I'm ready. Good. So six. Number six. Number six. Good. She's got blue hat. Okay. Можно смотреть на мой экранчик. Look at my screen. Look at my whiteboard. У меня белая доска. А у вас, наверное, в школе green board. Blackboard бывает, brownboard бывает, и коричневая. Good. She's got a blue hat. Там в той школке зеленая доска. Greenboard. Greenboard. Good. And when you're ready, say, I'm ready. Hat. Шляпа. Cap. Бейсболка. Или кепочка, cap, hat, t-shirt, trousers, jeans, lunchbox. В lunchbox вы складываете sandwich, apple, drink, чтобы можно было что-то покушать, какой-то фрукт съесть, apple, он очень полезен, и запить, a drink. All right. То же самое на летнем лагере, но только у нас magic drink and I'm ready. Biscuits, печеница и бараночки у нас на летнем лагере. I'm ready. Okay, so number three. Number three. Good. A lunchbox. Lunchbox. Только надо распределить. She's got or he's got. Мальчики he, девочки she. He's got a lunchbox. Yes, please read. He's got. He's got. A lunchbox. He's got lunchbox. A lunchbox, yes. And please write down. Но только в левой колоночке, где Jamie. Jamie has got a lunchbox. Number three, Jamie has got a lunchbox. Jamie has got a lunchbox. Jamie has got a lunchbox. And number seven. Number seven. Number seven. Mm-hmm. Mm-hmm. A yellow t-shirt. Good. He's got or she's got. Для кого yellow t-shirt? Mm-hmm.
she's got a yellow t-shirt. T-shirt. Please write down. She's got. She's. Для девочки. She has got a yellow t-shirt. Anna's got a yellow t-shirt. Anna. Okay. Anna's got a yellow t-shirt. She's got a yellow t-shirt. Wonderful. Wonderful. И что же осталось в последнюю колоночку? Number four. Right. Number four. Да, ребята, к нам присоединяются все больше и больше. Я вижу, как просматривают нашу программу. Good, very nice. Мы их учим. And my assistant Kitty, she teaches them too. Она их тоже учит. Как правильно делать? Good. Kitty, are you ready? Ну, пока что. Okay. Let's wait for Kitty and let's wait for children. Let's wait for boys and girls. And when you are all ready, когда вы все полностью готовы, then we will continue. We will continue. Мы продолжим. Good. Alright. Number four. У меня t-shirt не вместилось. Окей. Давай так, мы переходим к следующей строчке. А потом ты уже дома как-нибудь туда чуть-чуть сбоку припишешь. Окей, number four. Number four. Good. He's got? Shoes. Got this. Okay. A blue t-shirt. He's got a blue t-shirt. Blue t-shirt. He's got a blue t-shirt. Wonderful. Jamie's got a blue t-shirt. Jamie's got a blue t-shirt. Но Jamie is he, поэтому мы he's got. И осталось нам только number eight, последнюю строчку. Естественно, вы все догадались, что she's got. She's got a bag. А давайте напишем, какого цвета. A red bag. She's got a red bag. She's got a red bag. Got a red bag. И я вас, ребята, прошу дома это все дописать. И Кити допишет дома. А сейчас Кити нам почитает, что же у нас получилось. Но только я буду для нее выделять таким серым цветом. Кити, please look at my board. Look at my white board and read. Please read. He's got gray. Trousers. Trousers. Thank you, Kitty. Six. Repeat. Six. Six. Good. She got a blue hat. Repeat. Three. He's got a lunchbox. Seven. She's got a yellow t-shirt. Four. She's got a blue t-shirt. Eight. She's got a red bag. A red bag. Okay, repeat. A red bag. A red bag. Thank you. И первое препятствие великолепно пройдено.
8 Сколько у нас сегодня будет уроков? У нас сейчас будет вторая часть, вот здесь вот грамматики, но она такая интересная, и все на этом. Все? Да, exercise 5. Exercise 5. Look and write. Look and write. Посмотри и напиши. Use, it's good. Use, it's good. And words from the box. Okay. It's потому что неодушевленная. Там, где души нет. Ну вот на первой картиночке repeat square. Square. Ну разве есть у квадрата душа? На следующей картиночке triangle. Triangle. Разве есть It's... треугольника душа? Нет, конечно, поэтому мы всегда будем... Потому что непонятно, это девочка или мальчик. Ну, конечно. О животных, когда мы говорим. So, please read. Number one. What's Number... this? What's this? Good. It's got four... Sides, four sides. It's a square. Square. Квадрат. Four sides. Четыре стороны, они вам загадывали, делали препятствия. Четыре стороны у квадрата, правильно? Четыре, да. Four sides. Да, потому что еще у прямоугольника. А у прямоугольника есть тоже четыре квадрата, но... И еще у этого... Еще у трапеции четыре угла. Замечательно, очень хорошо. Трапеции четыре угла. Окей. And repeat. Rectangle. Rectangle. Прямоугольник. И repeat. Square. Square. Да, но здесь я вам расскажу интересную историю. Square – это еще и площадь. И мы говорим, repeat, red square. Red square. Красная площадь. Все ее знают, потому что площадь, она похожа на квадрат. У нас тоже есть в Пушкина square. Repeat, victory square. Square. Victory square. Square. Да, мы скоро будем отвечать День Победы, и у нас Площадь Победы, но у нас она перед кинотеатром, и там фонтаны у нас бьют, очень красиво, и мы называем Rapid Square. Square. Не только фигуру геометрическую, квадрат, но еще и площадь, потому что... Еще у вас четыре угла такая, ну... ну ладно, Ну, хорошо, истории мы потом будем рассказывать. А сейчас picture two. What's this? What's this? Good. It's got two sides. It's got... Two long sides. It's got... Two long sides. Ты видишь, у меня стрелочка показывает на длинные стороны. And one short side. Repeat. Short side. Short side. Long side. Long side. Short side. Short side. Short side. Короткая сторона, и какую же мы фигуру получаем? Треугольник. Good, треугольник. It's a triangle. Repeat. Triangle. Good. Ну, я вас прошу, ребят, вы... Кстати, тут написано two, а не three угла. Тем более, тут даже три стороны. Нет, а мы sides, мы не angles считали с тобой, а мы стороны считали. Поэтому я прошу смотреть ко мне на доску и только переписывать. Да, потому что сейчас прозвенит звонок. Смотрите, it's got. А Кити я попрошу потом читать. It's got two
Long sides. Вычеркиваете слово long из коробочки, пока я пишу. Long sides. Две длинные стороны. And one short side. Вычеркиваете short, короткую сторону. Short side. And the answer is it's a triangle. Triangle. It's a triangle. Good. It's a triangle. А Кити, у нас времени нет, сейчас будет звонок звенеть. Нам надо успеть до переменки все сделать. Кити только читает. Кити, look at the board and please read. It's got so long sides. Good. And one short side. Short side. Good. It's a triangle. 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 И перевози для ребят. Очень интересная математика сегодня у нас на английском, ребята. Переводи, пожалуйста. У него есть. Две длинных стороны. И одна короткая сторона. И ребята догадались? Это треугольник. Thank you very much. Ну и дальше вы тоже, ребята, только смотрите на доску. И на этом мы сейчас будем прощаться. Вы только на доску смотрите, потому что нет времени, совершенно нет времени. Сейчас будет звенеть звонок. И поэтому вот смотрите. А у вас звонок этот громкий? Конечно же громкий. What's this? What's this? Что это? Я свою доску вниз перемещаю, так чтобы было видно и картинку, и то, что я буду вам писать сейчас. Окей. Alright. Я должен number three. Окей. It's got. У него есть. It's got two long sides. Long sides. Yes, повторяйте. And two short sides. Short sides. Good. Это будет. It's a rectangle. Четырехугольник. Окей. Вот такая у нас сегодня была задачка интересная. Мы делали математику на английском. Kitty, please read for boys and girls. It's got. It's got. Good. So long sides. Good. And so short sides. Good. It's a rectangle. Rectangle. Окей, итак, мы узнали сегодня. Square. Triangle. Triangle. Rectangle. И сейчас я Кити задам загадку, и вам тоже же, ребята, если Кити не отгадает. А какая геометрическая фигура? Circle. Это круг. Что? Thank you, Kitty. Thank you for your help. Thank you so much and goodbye. Bye.